Город Мармарис, или как его еще называют, Мармарида, находится в Турции, на берегу Эгейского моря, в 50 километрах к северу от греческого острова Родос. Большая и защищенная от ветров бухта удобна для кораблей, земля плодородна, и греческие колонисты поселились здесь еще во времена Геракла. Вплоть до захвата турками город назывался Фискос. Несмотря на то, что история города насчитывает не менее 2000 лет, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать сохранившиеся на его территории исторические и археологические достопримечательности. Самая известная из них – это небольшая средневековая крепость, уже османского времени, расположенная в старом городе на небольшом холме рядом с портом. Укрепления на этом месте были известны с древнегреческих времен, но в нынешнем виде крепость была построена в 1522 году, по приказу султана Сулеймана Великолепного. Основное назначение этой крепости – защита порта, который играл важную роль во время войны с рыцарями-госпитальерами, оборонявшими Родос от турецкого вторжения. С появлением больших тяжело вооруженных кораблей крепость постепенно теряет военное значение и была практически полностью разрушена в годы Первой мировой войны. После этого территорию крепости постепенно начали застраивать жилыми домами. В 1979 году крепость была признана ценным историческим памятником, и в течение 1980-х годов проводились работы по ее восстановлению. В 1991 году крепость Мармариса была открыта для посещения, а на территории и в помещениях развернуты археологические и исторические экспозиции. В начале 2010-х годов интерьеры крепости были реконструированы, а состав и размещение музейных экспозиций пересмотрены, и сейчас это преимущественно археологический музей. В помещениях угловых башен крепости экспонаты размещены по географическому признаку, то есть по месту их обнаружения. В одной башне экспонируются находки, относящиеся к самому Мармарису, древнему Фискосу и его окрестностям, а в двух других башнях – находки из древнего города Книдоса и других археологических мест, находящихся на полуострове Дача. Этот полуостров расположен к западу от Мармариса и был заселен греками еще во втором тысячелетии до нашей эры. Внутренний двор крепости озеленен и весьма живописен. На его территории под открытым небом выставлены более крупные экспонаты, сгруппированные уже по их типу – статуи, алтари, амфоры, надгробные камни. Здесь иногда проводятся культурные и развлекательные мероприятия. Посетители могут подняться и на стены крепости. Но так как стены не очень высоки, нельзя сказать, что с них открываются прекрасные виды на город. Но бухта и окружающие ее горы просматриваются очень хорошо. Рядом с селом-крепостью сохранился очень небольшой исторический квартал с хаотичной городской застройкой, и здание караван-сарая, построенного примерно в то же время, что и крепость.